ВС, я не знаю. В чем дело? Необычно. Есть. Раз, два, три, четыре, пишется. Раз, два, три, четыре, пишется. Раз, два, три. Угу, все. Мало скорости. Вижу, ты принес мне 5 пробковых корешков. Вот зелье от обычных негудобов и зелье восстановления здоровья. Угу. Принеси мне 5 кусочков крысиного мяса. Сколько можно? Так, может, у меня есть оно? Есть. Ты принес мне пожертвование? Да, у меня есть 500 дрейков. Офигеть, свитков он мне надавал. Чё за жесть? Блин, на самом деле... Передается, блин, даже как я носом дышу в микрофон. Пиздец. С удовольствием. Прошу вас, продолжайте. Я весь внимание. Офигеть. Надо такое заклинание сделать. Санктуниан Понтиус из Восточной Имперской, а? Пообещал.
отличный собеседник. Привет. Приятно познакомиться. Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. А, ты приносишь удачу. Что вы говорите? Да? Конечно, конечно. Я слушаю. Как чем я могу помочь тебе, Нормен? Могу я чем-нибудь помочь? Thank you.
говори свободно. Мне это придется по вкусу. Что вы говорите? Приветствую тебя, Нордвинг Буденгрейн. Как дела, Нордвинг? Что вы говорите? Совсем не составит труда поговорить с тобой. Найдите то, что вы ищете. Тебе нужна информация, Нордвинг. Хотите приобрести заклинание? Продолжай. Расскажи. Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Это большая честь. Расскажи о себе.
Приветствую вас, Нордлинг. Микрофон, блин, не работает. Раз. Никогда не работал. Опять перезап. Раз, два. Микрофон работает, а это нет. Как фиксить это? Устройство. О, все, нашел. Найс. Понял. Так, только... Блин, Морвин залагал.
чуть-чуть настроить микрофон. Тут всякие фильтры стоят, блин, лишние. Надо поубавить. 3-4. Раз, два, три, четыре, пять. Так должно получше быть. Все. Так что у нас здесь? Интересно. Так, с ним я все обсудил. А, нет. Окей, походу все. Ну-ка, может, с ней еще поговорить. Не знаю, с чего начать. Такая честь встретить вас. Пожалуйста, умоляю вас, не рассказывайте никому о нашем убежище. Он поступил неправильно, но он хороший человек, и я люблю его. Ну не врут, ребятки. Найс. Чем я могу помочь тебе, Нордлин? Эй, а чё мне? Куда слетели все шмотки? Амулет некроманта. Надо всякую фигню опять продать. Чё мне место так занимает? 332. На, надо вот свитки. Еще. Кольцо. Чё оно у меня? Или загуглить перед... Просто оно какое-то необычное. Го, загуглю. Кольцо. Дарка. Из Альфа. А, это один... Есть квест на это? Окей. Окей. Это баллада с Дэмни Ванни. Ясно. Ясно. А я еще не продал эту фигню.
что мне за поножи? А, никаких. Окей, кирасу тогда могу выложить, раз я в имперский хожу. Сорок на 30 секунд. Выложить, что ли? Блин, офигеть. Уровень защиты 266. Нифиговый такой. Ой. Так. Ничего, что у вас тут это склад. Я думаю, переживете. Так. Да, вот что занимает вес. Окей, идем обратно. Вивик. С удовольствием. Прошу вас. Ой. Какая у меня замечательная. Знаю, куда нам надо. Нам надо нажать. И так божественное вмешательство. Да. Только еще крысу бы убить. Парочку. Опа, одна есть. Ой, или показалось. Идти в пещеры. Блин. Тут будут крысы точно. А может быть и нет.
Так, рыскал. Мясо есть. Все. Что я сделал, чтобы заслужить такую честь? Я сразу. Пять. Вижу, ты принес мне 5 кусочков крысиного мяса. Вот тебе зелье. Приданое призрак. Это что такое? Книги. Спойлеры небольшие. Вы отличный собеседник. Повышение. Теоргист. Принеси кусочек кожи Нетча для изготовления зелья лечения паралича. Окей, может у меня есть? Блин, нету. Так, что сказать? Вначале. Приятно. Ему надо. С удовольствием. Привет, друг. Надо. Привет. Надо к тебе. В чем дело? Так. Вы нашли Массанона или вы пришли сообщить о своем провале? Он нашелся, но я не скажу где. Понятно, осторожность очень важна, если вы хотите сотрудничать с кем-то в подобных делах. Вы забрали 3000 дрейков, или вы пришли, чтобы доложить о своей неудаче? Вот 2500. Жаль, но кое-что это лучше, чем ничего. Это, по крайней мере, позволит мне выполнить клятву. Спасибо вам за вознаграждение наших присвоенных денег, а вот 1000 дрейков. Найс. Он даже не ругается, что я не сказал. Мне нравится то, что я вижу. Вот наш друг. Привет. Говори свободно. Привет. Приятно Привет. Познакомиться. Да, у меня с собой вообще щедрое пожертвование. Спасибо, ты превзошел все наши ожидания. Боюсь, мы не имеем возможности, бросив вызов твоим замечательным способностям. Подозреваю, что ты превзошел уже своих наставников. Тебе, вероятно, могут взять мирские лекари или сержанты алтаря. Ты еще не пробовал эти занятия. Я также доложил о тебе нашему оракулу
Лалати и Вариан. Может, у нее найдутся задания, достойные твоих способностей. Перед тем, как уйти, прими еще один дар, который будет напоминать тебе о нас. Удачи, до свидания. Шепот Зенитара. Это что? Очарование? Что это дает? Не знаю. Фиг знает. Ой. Интересно. Ну-ка, повышение. С радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Так, блин, где кожу Нэтча достать? Так, Лалатия Вариан. Она тут? Да не ты. Добро пожаловать, Нортлинг. Я с радостью поговорю с вами. Ты что ли? Добро пожаловать, Нортлинг. Я с радостью поговорю с вами. Клон. Задание Оракула. Очень хорошо. Я прошу воздать мне священную клятву, что вы будете помогать разгадывать загадки таинственных видений, которые посещают меня благодаря милости девяти. Вы должны поклясться, служить преданно и делать то, о чем я попрошу вас, не задавая вопросов и не сомневаясь. Только человеку, связанному вот такой клятвой, я смогу доверить тайны неспосланных мне видений. Клянетесь ли вы перед лицом девяти божеств? Приветствую вас и благодарю. Когда будете готовы к первому заданию, дайте мне знать. Кольца во тьме. Видела кольца во тьме. Я видела кольцо ветра. Легендарное сокровище Эльсфейра, посвященное Кинарету. Я видела ветер на руке темного эльфа. Геть. Есть, как искать-то? Эльсфейр, это что? Это вот этот. А, это дом хаджитов. Поговорите с ученым Данмиром. Лалам Дредил, данмирский ученый. Его можно найти в покоях Верховного Совета здесь. Разведчик Данмир. Из клуба эльфийские народы Вивики. Так, понял. Понял. Офигеть. Не помню таких заданий вообще. Повышение хочу.
где он? Покой Верховного Совета. Так, это я зря ушел отсюда. Любое время. Что вы говорите? Покой Верховного. Так. Что вы здесь делаете? Это ты? Родил. Нет. Как замечательно. Добро пожаловать. Где он? Тут что ли? Опа. Мы приветствуем вас. Тут какие-то эти. Тут какие-то важные ребятки стоят. Что вы говорите? Что тут есть какие-нибудь? А, он будет давать задания. А, в гарнизоне легиона хищной бабочки можно взять. Угу. Выполнить поручение. Да, мне нужно, чтобы кто-то оставил для меня это письмо. Очень важно, чтобы оно попало Джей Жиру восточно-имперской компании как можно скорее. Он также должен будет передать тебе кое-что для меня. Ты сможешь это сделать? Так, я принесу вам это. Отлично, пожалуйста. Доставь его как можно скорее. Просто скажи Джей Жиру, что у тебя пакет. Он поймет, что делать и даст. Угу. Кольцо ветра. Может быть, я тебе смогу помочь с загадкой оракула. Наму или не имя? Это пещера в глуши Сунны-Городан. Ее восточный вход на западо-северо-западе от деэдрических развалин Янсирамус. В сердце пещеры находится большой высокий зал. Утопленный. Вода вокруг основания шпиля может быть кольцом воды в темноте из видения оракула. Окей. А где Янсирамус? А, это герцог. А Орвус его брат, понял. Так. Окей. Так, что мне надо? Собрать.
письмо отдать, блин. Кому отдать, блин, я забыл. Ничего не написано. Дрожжиру или кому-то. Восточную имперскую. Ну-ка. Может прочитать? К данному письму прилагается список повышений цен. Обсуждали. Интересно. Что вы говорите? Так, это тебе? Угу. Посылка. А, он просил доставить? Да, хорошо. Записка Джей Жира. Ничего себе. Окей. Посыльный, блин. Ты хороший, понимаю. Привет, то вы говорим дело. Так, поручение. Все, пакет доставлен. Отлично. А письмо от Жир. Жир, у тебя есть? Вот твоя награда. 75 золота, блин. Окей. Интересно. Янсирамус. Где Янсирамус, я фиг знает. О, Янсирамус. Быстро я нашел. Значит, к северо-западу, да? Западу от башни Телярун. Тут по-другому написано. Странно. Запада, северо-западе. Ясно. Я там уже был, значит, да? Что вы говорите? Так, мне надо кожа Нетча, по-моему. Thank you.
кожу Нэтч. Всего один, что ли? Оставайся столько, сколько хочешь. Вижу, задание выполнено, и шкура на чуть есть. У меня есть несколько зелий. У меня больше нет для тебя заданий. Поговори с Кайей насчет работы сержанта Алтаря. Или с Илусом Труптером относительно сбора пожертвований. С удовольствием. Так, с Илусом я уже все. Я весь внимание. Кайя. С вами очень хорошо. Что, у тебя есть задание? Нет? Вы отличный собеседник. Могу сделать для тебя. Добро пожаловать, но... О, вот Кайя. Нет, какой-то босмар по имени Наделос из Кальд... Я помню его. Говорит, что... Его дом посещает призрак. Тебе понадобится магическое оружие или... Еще заклинание. Может, только заклинание магическое оружие или такое совершенное оружие, как серебряные кинжалы, могут обезвредить призрака. Не знаю, что ты выбрешь, так что возьми эти 200 дрейков. Купи то, что тебе подойдет, а остаток потрать на издержки. Изи. Самый из дома с привидением. Культ Империи сообщил, что они пошлют кого-нибудь разобраться с призраком. Я думаю, что это связано с опускной дверью. Призрак голоса Хилерана. Опа. Изящное кольцо. Чё, ничего больше?
что тут лежит? Ключик вот. Так, где гуляешь, дядь? Где он? Происходит. Слава девяти и тебе. Спасибо за избавление меня от этого призрака, поскольку призрак больше не посещает этот дом. Сейчас я, пожалуй, посплю немного. Не беспокойся об этой опускной двери. Мне же еще в эфирике надо поговорить. Какая у меня? С этим. Сказано. Значит, на нижнем уровне, что ли? И нет. По-моему, не черный шалк. Как-то по-другому. Говори. Что? Проходи, ничто. Расскажи своим друзьям об этом месте. Нет. Это вообще не те люди. Три благословения, сэр. Как называлось-то? Ученым Данмером и разведчиком Данмером сказано. Как-то в Вивике там называлось. Ты кто вообще? Добро пожаловать! Привет! То ли или 8 тарелок, или что-то такое. Три благословения. Что я спутал?
этим я все сделал. Да. Пять минут зашел. Найс. Блин, я не читал, что вы там писали. Как раз открыл. Не буду пока читать. Короче, подключил вебку с телефона по USB. По-моему, так гораздо лучше. Так, я тут в тупике. Или пойду обратно спрошу у мужика. Как у тебя дела? Нравится с Мартом раздать инет через USB на старом. А, на старом не... Ну, я, кстати, тоже я как-то стримлю этот фано свое. Я с телефона раздаю на планшет. Привет. Чтобы... Как дела? Блин, так где мне? Чтобы читать чат. Так вот, мужик здесь. Добро пожаловать. У вас уже легенды склад. Прошу. Ну, не туда. А там. Сейчас у меня на МТС просто подключен безлимитка. И плюс входит еще 6 гигов можно раздавать. А этот чат вообще съедает, ну, мегабайт 50. Максимум. Да меньше, даже меньше. Я просто иногда там зайду, что-нибудь, какие-нибудь ноды скачать, что-нибудь еще такое. Ну да. Да, iPad. iPad mini. Так, мне тут надо кольцо ветра. Блин. Блин, я не к нему должен идти. Тупой. Привет, друг. Мне вот к ней надо идти. Я с радостью поговорю с вами. По-моему, да. По-моему, пятый. Вот он, кстати. С него чат читаю. Не, это маленький. Это мини. Ну-ка, тут написано. Где прочитать? Инфа об этом устройстве. iPad mini. А, это четвертый. Это четвертый. Наебал. Кстати, вообще не в курсе, в чем разница. Так. Кольцо во тьме. Кольцо ветра.
разведчик Данмер. Нелас Саратрен из клуба «Эльфийские народы». Эльфийские народы. Забыл я, где это. Эльфийские народы. А, это в Плаза. Все, вспомнил. Как тебе моя скорость бега? Это, кстати, без использования читов. Вообще реально. Тут, короче, ну типа абуз есть. Может, ты знаешь, может, нет. Есть, короче, такие сапожки. Вот, они дают, типа, если просто вот, они дают, короче, слепоту. 100%, но увеличение скорости на 200. Так вот, я зачаровал шмотку. Ну, это не я придумал. Я это увидел, подсмотрел. Короче, я зачаровал одну шмотку на сопротивление магии на 2 секунды. Раз. Юзаю. И надеваю их. Все, вы отразили магию. И все. Это типа не постоянный дебаф. Он типа только на сразу. При надевании работает. А увеличение скорости постоянно. Кайф. Кстати, хотелось бы шмотку с постоянным сопротивлением магии. Почему-то я не могу нигде найти, чтобы был зачарователь, который мог зачаровать на постоянный эффект. Может, нельзя, может, такого нет. Так, по-моему, тут где-то эльфийские народы. Это что ли? Блин, нет. Го поспрашиваю. Блин. Чё там? Стань сам зачарователем. А, блин, точно, я забыл, что можно. Блин, реально, слушай. Я забыл. Как там это вот так? Вы не можете использовать пустой камень душ. Правда, до 100 там только один чувак откачает. А чё у меня по зачарованию? Где она у меня? Не вижу. А, 51 всего, блин. Блин, реально враждебный. Надо убить кого-то через зачарованную вещь, которая позволяет в камень душ. Ну да, 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 да. Типа, не обязательно. Можно использовать заклинание. Заклинание. Заключить. Да. Чем короче душа. Тем круче. И вот этот самый крутой, по-моему, великий камень душ. У него объем самый большой. Сколько я помню. Ой. Я тебя разбудю. Оно открыто.
О, вот иногда, кстати, исчезает этот эффект. Да, нет, есть же вроде... Ну, сейчас еще не доказано, но есть же антиматерия. По-моему, насколько я помню. Буду. Я про это вообще ни хера не знаю. Так, что я наделал? Так, где сапоги? А. Почему я... А, я не бегал просто, всё. И где-то тут. Блин, что за фигня? Где эльфийские народы? Я не могу вспомнить. Если ответ да, то души у нас нет. Но я не верю в существование души. Мне как-то пох. А, погоди. Если ответ да, то души у нас нет. Ну, я ответил нет. Я же ответил нет, типа, если есть антиматерия. Но все равно души нет, получается. Мне кажется. О, эльфийские народы, найс, блин. Так. Кажется, я тебя знаю. Кого я ищу? О, тебя, по-моему, нет. Ломоносов. Говорил о сохранении массы вещества. Ну, в то время, пока, когда он жил, еще до хрена чего не открыли. Нет, по-моему, это не его. Тебе что-то нужно. Кого я ищу-то? По-моему, не его имя было. А, вот это. Ну-ка, обучение. Да, я не пошел, потому что я получил двойку по философии. И меня исключили из Гнесинки. А потом я получил тройку автоматом. И гордился этим. И горжусь. Блин. Ну кайф чё. Ну блин, мне максимально лень играть. Я не отрицаю, что это интересный эвент. Я, по-моему, один раз попробовал. 10 это что значит? Это 5, типа? По 10-бальной, что ли? Что-то никогда не учился по 10-бальной в жизни. А, вот кольцо ветра. Может быть, я смогу тебе помочь. Нам или не имя? Понимаю. С какого фига абсолютно копипаст мне говорит этот человек? Я абсолютно то же самое прочитал у другого человека. Зачем я его искал тогда? Ой.
Ой, господи, блин, я думал, надо у обоих спросить обязательно. Оказалось, что только у одного достаточно было. Есть это супер круто в уши, но мало ставят на диплом. Но философию я знаю примерно на 1 из 10. Ну хорош. Все равно. А у тебя красный или синий диплом? А я осознал, что магистратура это обузная вещь в плане получения красного диплома. Я получил красный диплом за магистратуру. Потому что там просто предметов вообще нет почти. Всего 2 года. И, ну, у меня были 4, но мне все равно красный поставили. Я сам офигел. Ну, минус, конечно, что это вообще ничего не дает. Так, куда мне? Специальное путешествие только для вас. Пойду на север. Пойду пешком. Скоростью не жалко пешком ходить вообще. Ту комиссию, которую ты прошел, ее мало кто прошел. Жесткий. А сколько у вас выпуск, сколько у вас на курсе училось людей? Примерно. Ну так, плюс-минус. Это у тебя ты закончил бакалавриат или как-то еще по-другому? Жесть, 62. Это только на твоем. А, ну хотя. Ну у нас, ну да, у нас маленький вуз просто. Вообще это нормальное число. Типа в консе пианистов брали человек 30, по-моему. О, блин, или 50 тоже. Проходной 272. А, 114 в начале, я что-то только сейчас осознал. Да, конечно. Будь рад в любом случае. Какая разница вообще, какой? Не знаю. Как можно быть не радом? О, это что-то тут какое-то интересное место. Интересное место. Какой-то ориентир явно для чего-то. Для этого, что ли? Зенарбаэль. А чё нервы?
Ты не похуист, что ли? Блин. Ну, да, я... Как-то я про это не думал просто. А теперь ты умрёшь! А, ну вообще, да. Да, это мотивация, конечно, серьезная, и не сказать, что она приятная. Блин. Чё у вас тут? Еще валят, ну да. У нас как-то в колледже. А, ну это в колледже. Что-то у нас вообще прям настолько всем пофиг было. А потом вот, когда ты в общаге живешь, я когда в Гнесинке жил, там вообще вся система. Если ты в общаге, то все. Ты стопудово. Ты должен там зарегаться у какой-то тетки. А у тетки ты можешь зарегаться только если ты побывал в военкомате. Все, то есть там вариантов нет. И мне пришлось идти в военкомат. Ну, слава богу, у меня там были причины. Ну, точнее, это, наверное... Нельзя говорить, слава богу, что я больной. Ну, вот так. Конечно, там... Ну, я игнорю до поры до времени. Но вот когда пришлось пойти по из-за общаги, я пошел. Типа, вот как в вуз поступил. В колледже у нас никто вообще не... Я первый раз в военкомат пришел, то есть уже как в вузе. В 19 лет, получается. И на меня в военкомате смотрели просто как на сумасшедшего. Типа, какого фига я первый раз пришел так поздно. Хотя, мне кажется, у них и не такие, как я, есть... Типа они просто так-то отрабатывают. Ну вот, да, я первый раз, когда пришел в 19 лет. И они такие, а где ваш, типа, приписное? А у меня его никогда не было и до сих пор нет. Я вообще не знаю, что это такое. И они такие, чё? То есть я получил только военный билет. Приписного у меня нету. А там такая жесткая история была. Я, короче, полежал в больничке. Мне доказали то, что у меня камень, все нормально в почке. И я уже должен был получить военный билет. И... Ну, там что-то уехал, ну, короче, просто осталось только получить. Приезжаю на получение после лета, в сентябре. Приезжаю, и мне говорят, типа, давайте регистрацию. А у меня уже тогда не было той регистрации, я из общаги выписался. Я в новый, уже в новый вуз поступил. Они такие, а регистрации нету? А, ну мы вам не выдадим военный билет. Все, идите по месту регистрации. Это капец. Это было на еще на год где-то примерно. Один военкомат запрашивал документы из другого военкомата. Другой военкомат... Я туда специально ездил, чтобы это, блядь, точно случилось. Ой, капец. Слава богу.
обошлось. И мне ничего не надо было повторно проходить. А ты что пишешь? В школе заставляли. Там определили чуть ли не в десант. Но я стопудово никогда столько стараюсь. Да, вот, а мне как-то обошлось, видимо, в школе. После 9 класса я уехал. Не знаю, почему-то. Почему-то как-то. Никто даже не смотрел толком. Ну да, там поток огромный. Им вообще пофиг, что говорить. Им там, там им надо прям самим жестко вдалбливать. Вот, у меня то-то, у меня то-то. Если ты этого не сделаешь, им вообще похуй. Они... Так, что тут за... Кладбище уверит. Ясно. Странное какое-то место. Ничего нет вообще. Что тут есть-то? Когда в следующие разы не на похуй. Ну да, в принципе. Я же, конечно, всегда зависит от людей. Вот я был на белорусской, я не помню, как называется точно. Вот первый раз я проходил на белорусской. Короче, ужасные впечатления. Прям вот практически все люди там были очень хуёвые. Максимально. А вот здесь, на Солнечной, да, на Солнечной, где я сейчас живу, просто вообще мне так повезло. Мне сейчас надо было, ну, короче, тоже одну тему делать по работе там. С меня должны были штраф взять за то, что я, типа, поздно пришел, не продлил, там же надо приходить каждые полгода что-то. Так меня с ним, типа, мужик сказал, все, типа, идите, вам штраф там выпишут. Я даже, тетки добрые, типа, штраф даже не захотели брать. Я офигел. Просто сказал, а, иди, давай. Вообще. Реально. Административный штраф. Замчент. Гном-призрак. Это случайно не квестовое какое-то место? Схема две миров. Чё это? Понятно. Слушай, темно выглядит игра. Вот сейчас хоть что-то ты можешь разглядеть? Я просто поставил фильтр, и у меня по-другому, чем в ОБС выглядит. То есть я не могу посмотреть, как. Окей. Nice тогда.
Ну, в принципе, она немного весит, я буду ее таскать с собой всегда теперь. Ладно, давай. Спокойной. Блин, уже 1:30. Надо мне тоже идти спать. Ладно, пойду тоже. И в ней встроенный микрофон. Все. Баба.